А тогда денег. Сколько ты дал? А? Сколько пару? Не надо ничего, я вам. Ну давай, давай, сколько? А еще какие у тебя? Сколько простые? Ты куда поехал-то? Я к вам подъехал. А сейчас куда едешь? Обратно поеду. И ты за этим специально ехал? Нет, я мне за матушке пообещал ей жерди куда-то утащить. Машину. Ну да. Жерди. Так, что? Это ты нам рукавички-то. А почему ты решил нам дать их? До меня дошли слухи, что люди трудятся в рваных перконках, мокрых. Понятно, вот и я-то, видишь, вот. Какое все. Ты из Новосибирска приехал? У меня мелькнула мысль, что у нас лежит... Из Новосибирска приехал? Да. Нина Васильевна, кто тебе? Мама. Мама. А Надежда Васильевна? Тетя. Тетя. А ты нам решил так помочь? Да. Спасибо, подарок. Христос. Спасибо, так, ребята, Христос. Награда пришла. Никита, иди сюда. А таких тюков сколько? Где? Две пары. Тогда подожди. Володя, держи-ка. Так. А сейчас это, сейчас надо еще тепло. Держи тебе. Положи дальше в карман. Это выходные. А эти сколько? А, не знаю, четыре. Четыре. На, положи мне из-за пазухи сейчас это. Вот не просили, не знали, только помолились сейчас. Ну, Господи, благослови нас, чтобы и помощники были, и все мгновенно, ты вот появился здесь. Вообще удивительно как все. Ну, спаси Христос, Сережа. Спаси Христос. Храни тебя Господь. Слава Божия. У тебя сейчас фамилия-то Шадрин? Да. А как, когда меняли-то с отцовской на матерью фамилию, трудно было, нет? Ну, какой пришел за ней? Валя-то как там живет? Да хорошо. Нормально? Ну, скажем, что жаловаться? Ну, есть сложности, трудности, как бы врачи... А еще у нее трудности-то? Она же в положении. Ну? Ну, и что-то по анализам, Ольга, вот сестра моя такая, угу. Ольга-то наша. Она говорит, что-то там сложно, нехорошо. Надо кесарево делать, да? Да, что там. Это врут они. Они делают все для того, чтобы русские женщины в репродуктивном возрасте не рожали. Там такая тема, что при таких анализах аборт лучше делать. Да. Вот я живу, повторю сейчас, я живу в Пензе. На квартире у Карпов, они баптисты. У них трое ребятишек, четвертый рожать. Анализы показывают, аборт. Никак нельзя. Приехал с бородой, такой представительный мужчина, тоже баптист, врач. Осмотрел и говорит, ничего нельзя сделать. Она пришла, плачет, Игнашенька, что делать? Я на квартире живу у них. Я говорю, Марфенька, давай молиться. И мы стали молиться. И ребенок родился у нее четвертый. Четвертый, его Паша звать, они так его мне приписывали. Это Игнатий спас его. И после этого у нее еще было, один, кажется, 11 ребятишек. После этого... Вот и все. Еще получается 7. Да. Вот какое дело. Поэтому довериться Богу. Ну, я так и сказал, Надя тоже вот в унынии, я говорю, ну, мы Богом Бога, то и будет. Мы ничего не изменим. Как никак. Твоя? Да будет воля твоя, вот и все. Вот мой дом. Это моя мама тут была. Отец Аким тут родился, я на Карпах. Ну, я тут вырос. 12 ребятишек. Никто не знал ни кесаревых, никаких этого не было. И главное, декретный отпуск был у ней. Кажется, одна неделя после родов. А до родов ни одного дня. Ни одного. Дома мать ходит в положении. Я даже не знал, что она в положении. Я уже взрослый был, в пятом классе, наверное. Ну и везде капканы наставил, крыс ловит там. И пилим с ней, она, что-то я так не могу. Подожди маленько. Дрова пилим с ней-то. Сама ушла в коровник, и коровник и там родила. И оттуда кричит, ребенок-то родился-то. А я думал, крыса попала с капкан-то. Я молоток схватил, и туда дверь закрыта. Видно, что дверь не просто, а закрыта. И она оттуда говорит, бегай за кочиха. Кочиха была, повитуха бабка. Позови ее. Мама, еще с тобой? Да я мальчика нашла. Понимаете, как это все было просто. Там на краю у нас жили Кочкины. Бабы жнут серпами хлеб, это время было такое, ничего не было. Так. Вяжут снопы, и когда несколько снопов стоит, чтобы они сохли кверху, пшеницы это, балки-то не делают, назывался суслон. И она отошла за суслон туда, говорит, ну мы все там, или совета отошла, и все. Ребенок кричит, подходит двойня, она в подоле их держит уже. Отец говорит, плугом, говорит, отрезал пуповину. Плугом. Да вообще невероятно. Я говорю, может быть, это смехом, серьезно, говорит. Нечем было, но руками не будешь тянуть-то, говорит. А прокинул плуг, половину, говорит, отрезал и все.
Так или не так? Заражений, да, ничего не было. Мама говорила, роженец ходит неделю по краю могилы. Все, она помнила, кто рожал. Так это 12, и все живые, ну, двое умерли рано, а 10 раз осталось. Сейчас нас 8. Видишь как? Доверься Богу. А тоже советовали, как она беременна. Марья, да ты кто ли с ума сошла? Да куда же ты нищету плодишь? И которые говорили матери нашей, ни одного нигде нет. Это в человеке заложено. Мой отец на войну пошел, когда я уже был. Я с 39 года. А он пошел. Она, мать-то, видимо, в 41-м пошел. А в марте родилась моя сестра. Если аборт сделаешь, домой не вернусь. Вот как понимали. Все. Ну, сестра, она моложе меня, 42-го дышит. Поэтому скажи Вале, будем помнить, молиться, доверься Богу. Нет, да, она-то не унывает, как бы ей-то не говорят никто. Это Ольга. Так и можешь еще. Да, это парень-то такой, не унывающий. Трудится, трудится. А кем он работает? Он, я не знаю, устроился, нет, он и в МЧС официально вроде как устроиться хотел. Ну а так он и сейчас рубит бани там. Уже Валя, это твоя дочка, ну, старшая, да? Нет, ну средняя, Саша. Старшая. Сашка-то когда вернется? Ну, в ноябре сейчас. Ну, после 7-го, наверное. Где он, в Санкт-Петербурге или где? В Магадане. Мурманск, Североморск. А, Североморск. А какой он был это? Породный. Ну, Василий он. Ну, морфлоте, но береговой. Ну, да. Ну, а Валя-то, дочка-то твоя, она у нас с Олей в лагере сколько раз была? Ну, я ее знаю. Ну, это наши воспитанники. У нее переломный возраст кончился этот. Она теперь... А это куда поехала? При церкви там ее устроили занятия вести, с детьми занимается. Она же на клирос ходила, ну всю азбуку знает. Ездили, пели там, я знаю. Где. А Оля сейчас у нас музыкальному учится. Ну, с тем уклоном, что у нее, раз у нее талант, абсолютный слух у нее, да? Угу. И она, как бы, хотим, чтобы получила образование, мы говорим, будешь регентом в храме. Ну, скажем, она знает уже всю службу, знает, она же на клиросе поет и все, она все знает. И еще плюс музыкальное образование. То есть она разобьет просто себя. Конечно, не в том плане, чтобы она потом певичкой какой-то была. А чтобы она знала музыкальную грамоту. Грамоту, да. Так, а у старообрядцев как регент называется? Регент? Так, регент называется или уставщик? Уставщик, да. Ну да, я знаю, что у них там названия маленько другие. Ну это мы так смеялись, если будешь видеть. Ну спаси Христос, Сергей. Ну, ладно. Спаси Христос. А я что-то ни к чему, чтобы побольше дать. Мне их много, мне должны были деньги, отдали перчатки. Вот ладно. Я всех угощаю, хожу. Положи там где-нибудь рядом сумку свою. Спаси Христос. Ага. Так, я что-нибудь могу тебе воздать за них? Что-нибудь надо тебе принять? Поклончик за меня. Ну, это могу я сейчас, так, когда сообщают, я подписал. Ну, ладно, пожалуйста. Так, официально. Это племянник моей жены. Видите, вчера увидел, что работаем, и уже приехал, они старообрядцы. Давай. Слава Богу.